Какое же это чудесное благословение — жить во времена непрекращающихся откровений от Бога, ожидая и становясь участниками свершения всего того, что уже сбылось и что еще сбудется в наше время, тех событий, о которых говорили пророки. Мы готовимся ко второму пришествию Спасителя. А есть ли лучший способ подготовиться к встрече с Ним, чем стремиться уподобиться Ему через исполненное любви и заботливое служение друг другу? Как учил Иисус Христос своих последователей в самом начале этого устроения, «Если ты любишь Меня, то будешь служить Мне». Наше служение другим людям — это проявление нашего ученичества и нашей благодарности и любви к Богу и к Его Сыну Иисусу Христу. Иногда мы думаем, что должны делать нечто грандиозное, героическое, чтобы это засчиталось нам как служение ближним. Но простые проявления служения могут гораздо сильнее повлиять на других людей, так же, как и на нас самих. Что делал Спаситель? Через несравненные дары искупления и воскресения, о которых мы вспоминаем в это прекрасное пасхальное воскресенье, Он, как никто другой, оказал глубочайшее влияние на всех, кто жил, и кому еще только предстоит жить на этой земле. Но помимо этого Он улыбался людям, беседовал с людьми, ходил с ними рядом, слушал их, уделял им время, воодушевлял, учил, кормил и прощал. Он служил своей семье и друзьям, соседям и незнакомцам, и Он приглашал просто знакомых, так же, как и самых близких людей, наслаждаться обильными благословениями Его Евангелия. Эти простые проявления служения и любви можно принять за образец нашего с вами заботливого служения. Если вы удостоились чести быть представителем Спасителя, оказывая заботливое служение, спросите себя, как я могу поделиться светом Евангелия с этим человеком или этой семьей? К чему побуждает меня Дух? Заботливое служение может исполняться самыми разными способами, в самой личной форме. Как же выглядит такое служение? Заботливое служение — это когда президентство кворума старейшин общества милосердия с молитвой совещаются о том, как распределить поручения, когда руководители не просто раздают полоски бумаги, но обсуждают потребности каждого отдельного человека и каждой семьи, выбирая для них сестер и братьев-служителей. Это когда с человеком проводят время на прогулке или дома, за настольными играми, в чем-то помогают ему или вовлекают его самого в проект служения. Это когда человека навещают лично, звонят ему по телефону, переписываются с ним по интернету или через текстовые сообщения, когда человеку передают открытку ко дню рождения или приходят поболеть за него на футбольный матч, когда с человеком делятся цитаты из священных писаний или из выступлений на конференции, когда с человеком обсуждают вопрос, связанный с Евангелием, приносят ему свидетельство, дарующее ясность и покой. Это когда один человек становится частью жизни другого и окружает его заботой. Это когда с человеком проводят собеседование, в котором с чуткостью и тактом обсуждают его потребности и сильные стороны. Это когда в случае особо серьезных нужд организуется совет прихода. Такое вот заботливое служение укрепило одну сестру, которой пришлось уехать далеко от родного дома, когда ее муж поступил в институт. Не имея телефона для связи, с маленьким ребенком на руках, плохо ориентируясь на новом месте, она чувствовала себя потерянной и одинокой. Без всяких указаний, с чьей-то стороны, к ней приехала сестра из общества милосердия, вручила матери пару туфелек для малыша, усадила их обоих в машину и отвезла в ближайший продуктовый магазин. Благодарная сестра признается, она стала для меня спасательным кругом. Еще один пример воистину заботливого служения подала пожилая сестра из Африки, которой было назначено присматривать за сестрой, долго не посещавшей церковные собрания. Придя к той сестре домой, она обнаружила, что несчастную женщину избили и ограбили. У нее почти не было еды и не было одежды, в которой она готова была бы прийти на воскресное собрание в церкви. Женщина, которой поручили заботиться о ней, стала для нее тем, кто выслушал, поделился продуктами со своего огорода, отрывками из священных писаний и дружбой. Пропавшая сестра вскоре вернулась в церковь и теперь сама служит в призвании, поскольку она знает, что ее любят и ценят. Теперь, когда мы объединяем усилия общества и милосердия с преобразованным кворум старейшин, это позволит развить единство, которое может привести к потрясающим результатам. Заботливое служение становится единой согласованной программой, чтобы исполнять обязанность священства, навещать дом каждого члена церкви и всегда смотреть за прихожанами церкви, быть с ними и укреплять их. А заодно и цель общества милосердия — помогать друг другу готовиться к благословениям вечной жизни. Совместно работая под руководством епископа, президентства, кворума старейшин и общества милосердия могут получать вдохновение, ища наилучшие способы оказать внимание и заботу каждому человеку и каждой семье. Позвольте привести пример. У одной матери диагностировали рак.
Вскоре она начала проходить курс лечения, и сестры общества милосердия сразу же взялись за работу. Они распланировали, как будут помогать с едой, кто будет отвозить ее на процедуры и оказывать другого рода поддержку. Они регулярно навещали ее, ободряли и просто оставались рядом. В то же время кворум священства Мелхиседекова тоже взялся за дело. Они помогли отремонтировать спальню и ванную таким образом, чтобы в этих помещениях было удобнее ухаживать за больной сестрой. Молодые мужчины тоже протянули руки помощи и подставили свои спины, чтобы участвовать в этом важном деле. Нашлась работа и для девушек из общества молодых женщин. Они с радостью взяли на себя обязанность каждый день выгуливать собаку. Время шло, а приход продолжал оказывать помощь, при необходимости что-то добавляя или меняя в своем служении. Это был воистину труд любви, где каждый прихожанин отдавал частицу себя, в едином порыве проявляя заботу настолько личного характера, что благословена была не только страдающая сестра, но и каждый член ее семьи. После всей этой упорной борьбы болезнь все-таки унесла жизнь той сестры. Вы думаете, прихожане выдохнули, решив, что их дело сделано, и теперь можно отдохнуть? Нет. Девушки продолжают каждый день выгуливать собаку. Кворум и священство продолжают оказывать заботливое служение отцу и его семье. А сестры общества милосердия продолжают с любовью выявлять сильные стороны и потребности. Братья и сестры, вот это и есть заботливое служение. Это и есть любовь, по примеру Спасителя. Еще одно благословение от этих нововведений – возможность для девушек в возрасте от 14 до 18 лет участвовать в заботливом служении в парах с сестрами общества милосердия, так же, как и юноши их возраста могут служить в парах с братьями-носителями священства Мелхиседекова. Молодежь может делиться своими уникальными дарами и расти духовно, трудясь бок о бок со взрослыми людьми, участвуя в работе спасения. Поручения молодежи по программе «Заботливое служение» также могут позволить обществу милосердия, кворумам старейшин, охватить своим вниманием большее число прихожан. Когда я думаю о тех ярких юных сестрах, которых я знаю, то радуюсь за сестер из общества милосердия, которые будут благословлены энтузиазмом, талантами и духовной чуткостью этих девушек, служа в парах с ними или получая от них заботливое служение. И меня в равной степени восхищает тот факт, что сестры из общества милосердия будут наставлять, обучать и укреплять девушек. Эта возможность участвовать в созидании Царства Божьего будет огромным преимуществом для молодых женщин, поскольку они смогут лучше подготовиться к выполнению своих ролей в качестве руководителей в церкви и в обществе, а также в качестве полноценных партнеров в своей семье. Как сказала вчера сестра Бонни Оскарсон, молодые женщины хотят быть полезными. Им нужно знать, что их ценят и признают их важнейшую роль в работе спасения. По сути, наши юные сестры уже оказывают заботливое служение, без всяких формальных назначений или фанфар. Одна семья, с которой я лично знакома, переехала за сотни километров на новое место, где они никого не знали. В первую же неделю на пороге их дома появилась 14-летняя девушка из нового прихода. Она принесла тарелку печенья, чтобы поприветствовать их в новом районе. Ее мама стояла, улыбаясь у нее за спиной. Она подвезла ее сюда на машине и поддержала дочь в желании оказать заботливое служение. Еще одна мать однажды забеспокоилась, когда заметила, что ее 16-летней дочери нет дома, хотя было пора уже вернуться. Когда девушка наконец пришла домой, ее мама с недовольством в голосе поинтересовалась, где же она была, на что девушка смущенно ответила, что заходила к живущей по соседству с ними вдове, чтобы занести ей цветы. Она заметила, что эта пожилая сестра выглядит очень одинокой и ощутила побуждение навестить ее. Мама полностью поддержала ее стремление, и девушка стала и дальше навещать ту женщину. Они стали хорошими подругами, и эти трогательные отношения сохранились на долгие годы. Каждая из этих девушек и многие другие, такие же, как они, заметили чью-то нужду и постарались оказать помощь. Юные сестры от природы наделены желанием проявлять заботу и делиться, и это желание может направляться в нужное русло благодаря заботливому служению вместе со взрослой сестрой. Когда мы, независимо от нашего возраста, задумываемся над тем, как служить наиболее эффективно, мы спрашиваем себя, в чем он или она нуждается. Когда этот вопрос подкрепляется искренним желанием служить, Дух ведет нас к выполнению дел, способных воодушевить и укрепить того человека.
Я слышала бесчисленное множество историй о братьях и сестрах, кого благословил чей-то приветливый жест или чья-то доброжелательность в церкви, чуткое электронное или текстовое сообщение, личные беседы с кем-то в трудный момент, приглашение к участию в общем мероприятии или предложение о помощи в сложной ситуации. Одинокие родители, новообращенные, менее активные члены церкви, вдовы и вдовцы, трудные подростки – все эти люди нуждаются в повышенном внимании. Сестры и братья-служители должны приходить к ним на помощь в первую очередь. Согласованность между президентствами кворума старейшин и обществом милосердия позволяет делать самый правильный выбор в распределении назначений. В конце концов, истинное заботливое служение вершится раз за разом, и его движущая сила — любовь. Вся ценность, все чудо искреннего заботливого служения состоит в том, что оно действительно изменяет чью-то жизнь. Если наши сердца открыты и готовы любить и принимать, ободрять и утешать, сила нашего заботливого служения будет колоссальной. Там, где движущей силой является любовь, будут происходить чудеса, и мы будем находить способы приводить наших пропавших сестер и братьев в приемлющие всех объятия Евангелия Иисуса Христа. Спаситель — наш пример во всем. Не только в том, что нам нужно делать, но и в том, ради чего нам следует это делать. Самой своей жизнью на земле Он приглашал нас поднять свой взор чуть выше, забыть о своих собственных проблемах и протягивать руку помощи другим людям. Принимая эту возможность всем сердцем отдаваться заботливому служению нашим братьям и сестрам, мы обретаем благословение духовного очищения, больше гармонии с волей Бога и развиваем в себе способность лучше понимать Его план, чтобы помогать каждому вернуться к Нему. Поступая именно так, мы станем более открытыми к тому, чтобы замечать Его благословение и с готовностью доносить эти благословения до других людей. Наши сердца будут петь в унисон с нашими голосами. «Я хочу любить так сильно, как меня Ты возлюбил. Из Твоей любви, Спаситель, почерпнув духовных сил, я смогу любить так сильно. Господь, я за Тобой пойду». Давайте же проявлять нашу благодарность и любовь к Богу через исполненное любви и заботливое служение нашим вечным сестрам и братьям. В результате мы придем к такому же единодушию, какое сохранялось среди народа Древней Америки в течение 100 лет после прихода Спасителя в их землю. И было так, что не было раздоров, благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах народа. Не было ни зависти, ни соперничества. И воистину не могло быть более счастливого народа среди всех людей, сотворенных рукой Божьей. Я с радостью приношу свое личное свидетельство о том, что эти вдохновенные изменения происходят по откровению от Бога, и что по мере того, как мы будем с готовностью пропускать их через себя, мы будем становиться более подготовленными к встрече Его Сына Иисуса Христа при Его пришествии. Мы приблизимся к тому, чтобы стать народом Сиона, и будем ощущать всепоглощающую радость вместе с теми, кому помогали на пути ученичества. О том, чтобы нам это удавалось, я горячо и смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.